Дошкольному образованию в Рассказовском районе продолжает уделять особое внимание. В июне месяце в селе Новгородовка открыли первую семейную группу. И увидев положительный результат, руководство района решило открыть еще одну в селе имени второй пятилетки. Многодетная семья с радостью приняла такое предложение. Семья Кручининых совсем недавно приехала жить в пятилетку из города Тамбова. Найти работу и устроить маленьких детей в сельской местности, говорит мама, тяжело. Глава администрации Рассказовского района предложил им организовать семейный детский сад. Мы обратились в отдел образования, нам объяснили, какие условия, что там, как. И нас все устроило. Мне очень нравится то, что, во-первых, я могу общаться с детьми дольше, плюс заработок идет, то есть плюс еще идет стаж, и оказывается еще помощь отделам образования Рассказовского района по 50 рублей на ребенка, на продукты, то есть это все-таки тоже помощь. Семейная группа дает возможности заработать и проводить больше времени со своими детьми. Кто, как не мама, знает нужный подход к ребенку, когда и сколько времени ему необходимо на игру, а сколько на методическое изучение. Дети занимаются с удовольствием. Мне нравится, что мама у него воспитатель. Это тебя учит, наверное, чему-нибудь? Мы буквы знаем? Нет. Мы буквы знаем, да. А еще что мы умеем? Считать. Считать умеем. Мы умеем еще писать буквы, по точкам. Рисовать. Рисовать. Группа только открылась, а Настя уже выучила стих. Мама спит, она устал, ну и я никого не стал. Девочка, не завожу, я устал и сижу. Не шумят мои игрушки, тихо в комнате пустой. А по маминой подушке уйка дёжа шелотой. И сказала я учу, я двигаюсь, а тоже косю, ну мама, человек, а все, ну мама, пяти. Я мать, Такая группа помогает общению с другими детьми. Ведь воспитанники семейного сада будут посещать различные утренники и развиваться вместе с ребятишками основного сада. Два раза в неделю, кроме мамы-воспитателя, на дом будут приезжать узкие специалисты, такие как логопед, психолог. В новом доме пока еще не все доделано, но игровая комната уже полностью подготовлена. А глава администрации Рассказовского района дополнил ее подарками. Примите, пожалуйста. Спасибо. Саша, спасибо. Ну, вот она уж очень хотела этого. Вот. Да. Чего ж тут мешки, интересно? Это сагиса, Анатолий Николаевич. Это просто мешок. Это кресло детское. А я думал, тут что-то какие-то гостинцы. Нет. Пожалуйста. И вот кроватку. И вот вам. Играйте, пожалуйста. Мы сейчас работаем. Проект у нас есть и попали в программу, значит, по открытию частного детского садика в село Коптево. Я думаю, что в дальнейшем будем прорабатывать еще по населенным пунктам. Будем работать среди многодетных семей, чтобы как-то улучшить их существование жизненное. И чтобы их дети были постоянно под присмотром и с детьми постоянно занимались. В семейной группе главное то, что дети вместе. Они занимаются и развиваются. И мама-воспитатель трудоустроена. Екатерина Студенова, Степан Дикаленко, новости ТВ Рассказово.